L is for the way you look. Важное место. Сколько тут не место? Давай читай. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Еще одна спряталась. Слушай, сегодня квест. Найди как можно больше невест. А вот там за деревом еще одна. 12. Уже 12. Чего ты думал? Как вам познакомиться? Мы первый раз увиделись у Тани на дне рождения. Мы сидели за столом, она сидела. Не было там стола. Ну, это был маленький низенький столик. И она нас посадила в комнате, куда-то на пол, и там был какой-то такой стол, какие-то подушки, были подушки, и она сидела напротив меня. И мне запомнилось, конечно, как она вечером, когда уже почти все разошлись, играла на гитаре и пела песни. Да. Да. Что очень красивая, симпатичная девушка, что надо с ней познакомиться. Ну, ты уже был со мной знаком. Первый раз увидел тот вечер. Но мы же уже познакомились, потом же ты мне почему-то решил позвонить. А дальше я ей позвонил. Через два дня. Пригласил на свидание, пригласил на выставку. Я искал телефон, узнавал, спрашивал. Ну, я не знаю, ты что? Я думал, куда ее пригласить. В итоге мы пошли на выставку картин в ArtPlay. Да, это твоя идея была? Да. Такое очень романтическое воспоминание. Романтическое, да, романтические места. Да. На соревновании Bike Off Road. А вот, например, когда мы поехали в Алмазово покататься на великах, просто по Подмосковью, по чистым дорожкам, и вдруг мы очутились в непроходимой глуши в центре Балашихи, где нельзя было ни пройти, ни проехать, по колену в грязюке, вот с такими комарами. Ульяна не дала мне уехать в болото, хотя я очень хотел поехать, да, в этом болоту. А давай говорит, поедем напрямки. Я говорю, нет. Прогрейдер, точно. В прошлом году, когда мы ехали... Вокруг Селигера путешествовали. Когда мы добрались в такую глушь, когда мы добрались до истока Волги. Мы были на Красной Поляне. И на Красной Поляне. Нет, Ульяна уже... Ульяна уже умела. Пробрала пару уроков до меня. Знала, как одевать лыжи. Умела пользоваться подъемником. Нет, мне кажется, я первый год с этой скреселки я съезжала на попе. То есть я съезжала и садилась сразу. Нет, на самом деле я ужасная ученица. Зато я спокойный учитель. Да, Илюша вообще, он просто ангел. Он вообще на меня не ругался. Вообще на меня не ругался. Меня так поддерживает. Вот, а если я нервничаю, то он стоит и ждет, когда я успокоюсь. Я вспомнил, куда она завела Ульяна. В Испании она завела меня, заманила, можно сказать, на американские горки. Ты вообще такой был. Когда раньше не катался на американских горках. Серьезно? И тут мы пошли в парк аттракционов. Вот, и первое, что мы там увидели, это были американские горки. И Ульяна сказала, надо идти. Я никогда не видела, чтобы Илья так орал. Это гримаса ужаса настоящего. Она реально страшно ехала. Это была огромная скорость, крутые виражи, ветер в лицо. В общем, тогда мне показалось, что я про человека уже узнала все. Больше я уже страшнее ничего в своей жизни не увижу. Потому что я никогда не видела, что так можно орать, в принципе. Мне страшно же было. Мне было страшно. Ты представляешь, какая у тебя была вообще, как будто у тебя было выражение лица. Я думала, что все, у тебя будет сейчас удар, мы не доедем до конца этой. Ничего. То есть я орала сначала от страха, а потом я орала, потому что он орет. Мне кажется, это было самое классное свидание на горе Монсеррат. Да. Я его прям очень хорошо помню. Я тоже. Потрясающе. Там вообще такие эмоции были, как они танцевали, как они пели. Я вообще есть не могла. На самом деле там был ужин, вот, но есть это было невозможно, потому что тебя просто... На тебя нахлынывает вот эта вот страсть, любовь, энергия. Вот. Но Илюша помнит ценник. Ну, он правда был дороговат, конечно. Это танцевали хорошо, с душой, прям очень зажигательно. Да. Вечер запомнился. Я вот ценник не помню. Дороговат. Мы очень долго думали. Она сначала была кошка, потом муська, потом мурка. Но она сейчас все равно, она просто ишта. Но мы хотим, чтобы она такой был шипящий. Я думаю, дети наши будут рады, когда мы начнем имена придумывать.
Яна? Яна... веселая. Добрая, умная, красивая. Он очень надежный человек. С ним можно вот прям в огонь, в воду, в медные трубы, по медным трубам, по горным тропам. Куда еще это нас занесет? Очень ласковый, заботливый, нежный, добрый тоже. Можно бесконечно перечислять. Ура! Хорош. Пушистый. Скоро ты будешь. Как это? Чебурашка. Да, так началась наша совместная жизнь. Я настолько испугалась уже за него в тот момент, но дороговато. Так, вот так. Вот так все. Просто. Обычная история.